Ну что, репортаж начинается. И причем новый, да, Игорь? А тема сегодня великая. А тема у нас 7 лет, сильная. 7 лет. Шмита. Итак, репортаж именно на эту тему. Смотри, 7 лет. Все, вот Шмита. Община Бет-Халел продержалась. Заходим в новое начало, в новое, в восьмерку. А вот сейчас мы как раз и покажем главное. Завтра вот это. Завтра уже 8-й год. Игорь, можно к вам обратиться? Да. Расскажите, что там у вас получается сегодня? Что было сегодня? Ой, что было сегодня? 7 лет, правильно? Да, никого не хотим расстраивать, у нас так все хорошо. Вот, прекрасно. И мы все рады вот это. Очень хорошо. И мне хорошо. Закат мне нравится, вот этот вот. Осталась привычка, Тимур, на Гавайях все вечером бегут, снимают закаты. И у меня вот это за 3 месяца просто я бегу. И ты знаешь, когда я их начал сравнивать, они здесь красивые. Там просто океан, они, конечно, красивее там смотрятся. Ну что, вот костер, пожалуйста. Лен, привет. Ну ты там Анжелику позвала или уже это? Она смела вас надо мной и приедет. Ничего себе, вот это радость. Ну что, тогда, слышь, тогда репортаж можно продолжать. Смотри, какой красивый закат сегодня, необычный. Я сейчас полезу его снимать, потому что привычка. А смотри, как флаги на этом, на закате. Ух! Особенно гавайский, прямо как он развивается, а? Итак, 7 лет. 7 лет, это вообще чудо. Игорь, а что вы в этот раз сказали? По-моему, там ничего ждать не надо уже. Так я не могу понять, это что, был апрувал или апрувал, а потом мне стало ждать, или уже потом, знаешь, как апрувал, а потом ждут процессинг. Ты до этого момента был самый незаметный шлиф. А сейчас ты позадри, пожалуйста, как ты Ну ладно, вот смотри, мне нравится, что сегодня, вот у него сегодня прекрасный день у Сэмика. Сэмик, я рад, что ты здесь, вот это. Спасибо. Поздравляю тебя. Спасибо, принимаю. Вот. И к нам попал, пожалуйста, и Тимур, наконец-то. Да. Наконец-то Тимур поймет, зачем нам нужен этот прожектор, так? Не, он понял. Смотри, как здесь красиво будет. Смотри, ночью ты поймешь, как здесь можно... А? Фильмы у нас море. Да. Хотя бы один вечер попробовать, как оно идет. Летний кинотеатр, вспомнить детство, знаешь. Вот эта песня. Ну вот так вот красиво у нас в Вашингтоне, в городе Ванкувер. И вот эта прекрасная надпись Welcome Friends, она работает. И у нас сегодня в гостях потрясающий человек. Он же летчик высшего пилотажа. Придержите тепло, пожалуйста. Смотри, я понял. Не отпускайте. Виталик, я тебя понял. Тебе захорошело, Виталик? Итак, ты находишься в Дон Пабло Renewal Center. Yes, thank you, thank you. Потрясающий, очень добрый человек. Он меня брал даже в небо. Он пилот высшего класса. Welcome, friends. У нас здесь так прекрасно, хорошо. Все отдыхают. Не, ну закат сегодня, я тебе говорю. А я не удержусь, я пойду сниму еще закат. Ну, привычка осталась, что я могу делать? Не, сегодня он красивый. Шум прибоя тут, где ты его? Шум листвы тут. Ну, вот так вот. Вот эта водичка. Пожалуйста, вот Оксана с Алексом. Ну что, поздравляю вас. Проходите и парьтесь вот это вот. 7 лет все-таки. Это не... А вот, пожалуйста, вам. Мистер Олег воспитывает молодежь. Он как тренер команды. Красиво сегодня, необычно просто. Смотрите, какая красота.
А знамо кто? Эльза, так? Наша удивительная девочка, вот эта Эльза. И он же граф. Ну, я вам покажу, как красиво. Смотрите, запарковались машины здесь очень красиво. Олег, это удивительный закат, я тебе скажу. Просто я не знаю, как красиво все, а? Даже такое бывает только Northwest. Не, ну сегодня необычно. Ну как, сегодня день необычный? Необычный, 7 лет, конечно. 7 лет, годовщина, шаббат. Да. Это красиво все. Я не знаю, я сейчас покажу, я, конечно, не удержусь. У меня там есть вышка, мы с тобой должны ее перетащить сюда, Олег. Итак, я с вами и буду продолжать репортаж, но я все равно засниму этот самый закат, потому что привычка осталась. Но я с вами. Итак, я продолжаю вот это показывать все-таки, какие красивые закаты у нас здесь, в Ванкувере, штат Вашингтон. Вот посмотрите, как красиво. Ну, потрясающе просто так. Вот это закат, да, Олег? Это beautiful. Итак, мы смотрим закат в нашем родном городе Ванкувере, штат Вашингтон. Красота просто. И все-таки я успел, Олег, этот закат взять. Ну, а я с вами. Но репортаж продолжается, и вот это, пока мы с Олегом так рассуждали, так? Вот машинки запарковались так красиво, да, Олег? И человек вот это с Сиэтла прибыл, машет нам рукой вот это на закате, вот это наше вот это Ванкувера, красиво, смотри как. Ух, а вот это вот пятно, ты посмотри сюда, что получается. Это вообще красота, я да? Я слышал, чтобы закат посмотреть. Вот. А на Гавайях, вот эта привычка так и осталась у меня. Все выходят вечером на Гавайях и сразу же снимают. Там щелк и фотография. Видишь, появляется. Да это вообще красота. Ну, в общем, вот так вот. Я с вами и репортаж буду продолжать вот это. Это для что? Это YouTube. Так, и репортаж продолжается. И с нами... Как звать? Авенир. Вот, прекрасный мальчик, его зовут Авенир. Давай, ты попадаешь в кадр. Ты всегда так красиво обливаешься. Смотри, вот это я тебе говорю. Девчик всегда так красиво получается на кадрах. Он обливается полностью. Смотри, он полностью покрывается. Ты видел, как я делаю потом? Я хочу попробовать такой. Попробуй. Так, потихонечку. Не, Виталик, такой номер здесь не проходит. Делай как Димчик вот это. Ну-ка ты проконтролируй меня, что я правильно. Ты прямо на голову одевай, одевай резко. Просто резко одевай вот так. Там много воды. Куда? Не надо туда идти, ты зря вот это пошел. Во, Виталик, куда-то красиво. Только не уходи туда, давай еще повтори. Вот такое, здесь, вот, прям возле бочки, не уходи, вот так. Повторять. Давай. И повторять. Давай. Вот сейчас ты сделал как профессионал. Нет, знаешь что? Она у тебя по лицу не идет сильно. Тебе надо ее полностью одевать на лицо. Да он сейчас покажет. А ну, Виталик, подожди, давай. Вот так это? А давай, на лице красиво. Не, опять не так. Ладно, повторение мать учения, вот так. Я не знаю, я был в восторге от закатов на Гавайях, но мне здесь сегодня понравилось. От Гавайев у меня осталась привычка, Оксан. Там все вечером бегут, снимают вот этот закат, фотографируют. Я не могу, я начал здесь снимать, они здесь такие красивые. Ну, там, конечно, гавайский не повторить. Там все, и океан, и пальмы, там настолько красиво, что... Ну вот так вот. И продолжается все вот это вот.
вечер, так сказать, отдыха. Виталик, как вам сподобилось вот это? Ой, Паша, это курорт. Правильно, рассуждаете, правильно, молодой человек. Так, вот она, Welcome Friends. И вот он, Димчик вот это. И также Олег попадает у нас под эту программу. Красиво все. Все. Давай, заходи. Да, я сейчас приду, ребят. В общем, красиво. Военная бочка. Да, военная. Это нужно было только подумать. Говори, давай. Продолжай, Игорь, вот это говорить. Шикарный шаббат на твоем прапорте. Шикарный. Просто шикарный. Хозяин простой. Атмосфера простая. Три флага над нами. Чувствую. Да это вообще, Игорь, я счастлив, что вы пришли. Вот серьезно, спасибо. Я благодарен вам, что... Виталик, спасибо. Что ты вот как летчик первого класса, и ты военный... Улетел. Зашел на посадку. Так он знает, что предлагает? Тут рядом, вот этот, через забор. 20 акров, говорю, садись сюда, пролетай, будем париться. Так? Ну закаты, я не знаю, закаты просто потрясающие. Красивые очень. И флаги вот это. Красиво все. Огонь. Теперь я могу служить Богу, потому что из любви. Я не служу ему теперь из рабства, из-за того, что я что-то получу. Я теперь не буду служить из любви. У меня не будет никакого повода, что я не служу Богу ради будущей жизни. Я еще все самотишь, где ты сердце. Ребята, спокойно. Резких движений не делайте. Спокойно, сейчас все. Смотри, резких движений не делаем. Смотрите, Дон Пабло вернулся за хаты. Запарит вас в баньке, ребята, так? А хлопцы, давай, какие гарные. Гарные. Так, спокойно. Закрывай. Все, я закрываю. Видите, как они меня выгоняют, так? Вот так вот. Алекс, ты тоже готов? Паша, уже? Все, давай, Алекс, заходи. Паш, спасибо, что есть. Спасибо, ну, что у тебя есть баня. Такая, видишь, вот это, наверное, главное. Да. Заходи, Алекс, я рад. Вот видишь, здесь написано Welcome Friends. Баня у всех есть, у многих есть. Я знаю, но там невозможно, туда не попадешь. А у меня, видишь, она Welcome Friends. Все, я понял. Но я с вами. Ну а репортаж продолжается. Я с вами. Нам здесь хорошо. Горит костер. Развиваются флаги. Немного пошел дождь. И Лена испугалась с Оксаной и перебрались сюда. А дождя нету, да. Пошли на место. А мальчики, а они парятся. Да. Оксана, вот эта надпись тебе нравится? Welcome Friends. Конечно. Вот, я тоже от нее в восторге. Смотри. В общем, вот так вот. Сэмик, а вы думаете со мной запариться или нет? Смотрите, вот это мой имидж, это с Гавайи я привез. Да, вот это на заказ мне делали, ее там же вязал человек. Я даже ему типсы дал. Попросил, говорю, разрешение можно мне снимать, когда ты будешь делать? Он говорит, пожалуйста. Я потом ему дал даже типсы, и он это делал. Ну вот такой я, смотрите, загорелый мальчик, похудевший вот этот с Гавайи вернулся, так? Я демонстрирую, я снимаю, сейчас пойду париться с вами. Вот так вот флаги, все красиво. В общем, у нас прекрасный вечер на 7-летие, значит, Бет Халел. Сегодня 7 лет Бет-Халел, и у нас просто вечер отдыха, ребята парятся, а девочки у нас отдыхают.
Ну а с вами был, как всегда, вы меня уже узнали по голосу, и вел этот репортаж, конечно же, кто? Дон Пабло. Я с вами и буду продолжать вести этот репортаж дальше. Я с вами не прощаюсь. Ваш Дон Пабло. Правильно делаете?